Иван Иванович, Иван Иванович, вы что, спите? Нет, не сплю. Слушаю с закрытыми глазами. Вроде вас на собрании. Когда не знаешь, спите вы или нет, оправдываться или нет. Чего надо-то? Если сына, так нет его, и не будет он работать у вас. Чего надо? А чего надо, Иван Иванович? Счастья надо. Покоя надо. Работа надо. А ни того, ни другого нет. Чего надо? Чего надо? Ты вот сына вспомнил. Я ему поверил, а он меня подвел, обманул. Кодекс наизусть знает. На какой странице какая статья. Чего надо? А я, стыдно сказать, до сегодняшнего дня не удосужился прочесть его. Все некогда. День с ночью путаю. Днем свет зажигаю. Чего надо? Хапуг развелось, Иван Иванович. Хапуг. Только одно на уме, сколько заплатят. Как бы побольше сорвать. Деньги, как вымя, за которые все держатся. Соски пообрывали. Молоко с кровью идет. Чего надо? Да что там, деньги? Да и вообще, получил бы твой сын у меня в два раза больше. Разве дело в деньгах? Строить надо. Рабочих рук не хватает. Стройка как проходной двор. Не успеют войти, тут же и уходят. А я как Робинзон. Где люди? Одни следы. Вот тебе чего надо, и вот тебе по-человечески. Ну? И зачем ты мне все это говоришь? А кому мне это все сказать? Ты, ради бога, не подумай, что вчерашнюю встречу я специально устроил. И в мыслях нет. И вообще, что это за демонстрация? А? Ушел в барак, валяешься на полу. Ну и характер у тебя, Иван Иванович. Вот сыночек в тебя.
пьяного посмотреть желаете? А если я что не так скажу? А если я? Вам-то что? Вы, может, иной раз нарочно не то говорите. Пойди проверь. Слышал я, ты в Москве лихо выступил. Да что там лихо? Просто сказал все, что наболело. Вот и все. Сказал? Сказал. Ну и что? Думаешь, поможет? Думаю, что да, поможет. Черта с два поможет. Если так думаешь, долго не продержишься. В следующий раз водяру будем пить и на троих. Хотя ваши-то орлы ниже проводов не падают. Где-нибудь да зацепишься. Вот хорошо, что это так. Как? Ну как, откровенно. А мне что, меня не снять, не назначить? И все равно я думаю, что ведь кто-то услышал меня, а? Было время, я так думал. И я верил. А теперь что? Не веришь? Когда-то мне говорили, разгони Колупаев свой МАЗ. Надо лед попробовать. Грузу скопился, авось проскочишь. И я за руль и гнал. По первопутку. Лед прогибается, едешь как в блюде. Говорили, вот тебе, Ваня, лом, долби породу. Здесь на дне реки ручная работа, зуб плотины будет. И я долбил. Все делал, что прикажут. И как? А потом увидел зря. Не умеете руководить. Заставляете канавы рыть. Потом мы этой же землей канавы засыпаем. Бетон валите, а мы его ломами раскурочиваем. Красите в синий цвет, потом в зеленый. Гоните план, сроки. А куда? Дай сделать на совесть, как следует. Нет. Скорей, вперед, раньше срока. Ну вот и сидим сейчас между трех огней. То ли плотину наращивать, то ли море набирать, то ли статор монтировать, то ли ротор опускать. И перестал верить. Что толку душу вкладывать, если подумать не хотите? Думаешь, я один это вижу? Все видят. И все понимают. Так или понимаешь, так говорить надо обо всем об этом. Открыто. А то у нас только в пословицах слово не воробей. Так вон этих воробьев-то над страной. Звезд не видно. Мы же друг от друга зависим. Вот! Одно дело делаем. Нет. Все молчком, да все под себя. И договориться не можем. А делов-то договориться. Вот ты скажи, сколько у нас народа? 6 тысяч. Да я не про стройку говорю. Я говорю, в стране. В стране? В стране 270 миллионов. Вот я тут как-то подумал. Если бы выстроить 270 миллионов в одну колонну. 270 вот так. И миллион вот так. Это 500 000 метров, не больше.
и кинуть слово вдоль колонны. Скорость звука 300 метров. Это полчаса. Это за полчаса можно договориться всем. Я за тебя, Иван Иванович. Ну да, как любили в Древней Греции. Сидим под луной на развалинах Акрополя. Как я сразу не догадался, что ты здесь. Весь котлован обегал. Тебя же ищут везде. Не знают все донные отверстия перекрывать или как? Между прочим, для начала можно было поздороваться. Добрый вечер. Что случилось? Сводка гидрологов. Ба, где же вода, братцы, а? Главный инженер говорит, надо немедленно перекрывать. И все дырки, иначе море не наберем. Крутить нечем будет. Но, конечно, это не мое дело, тебе решать. Конечно, и это не твое дело. Все правильно. Перекроем донные отверстия, вдруг дожди, ливни. Где гарантия? Рванет на плотину, как пропускать будем, а? Иван Иванович, как ты думаешь, дожди еще будут? Это вы у меня спрашиваете. А у кого же еще? Коренной сибиряк. Осень сухая пока что. Может, и до самой зимы так. А вообще не знаю. Вдруг что не так, ошибусь. Вы чего смеетесь-то? Это не смех и не улыбка, а гримаса сострадания. Товарищ Касьянов нужен на плотине. Я его не держу, пусть идет. Заберет. Иди, и ты меня не видел. Рыба утку спросила, вернется ли вода, что вчера утекла. Если да, то когда? Утка ей отвечала, когда вас поджарят, разрешит все вопросы. Сковорода. Омар Хайям, Рубаят номер 175. И я тебя не видел. Клоун. Нет, это мой друг. Друг? Да. Мой старый друг. Слушай, может, тебе правда лучше пойти? Ну, наберешь море, тогда можно посидеть, поговорить, а то дело ждет. А мы что с тобой сейчас, не одели, да? Вот соберем стата, ротор надо опускать. Опускать некому, ну что скажешь, кто? Это работа тонкая, это двумя кранами, как двумя руками нитку в иголку. Ну все-таки кто? Здесь надо наверняка. Да, здесь без вариантов. Санька мог бы. Да нет, у меня с твоим сыном не получится. Коля Петров. Суетлив, даст перекос и опять. А что если ты? Что я? Вот возьму, да тебе поручу. Мне? А что? Не надо смеяться, Викентий Сергеевич. Да я не смеюсь. Что, пороха не хватает? Да при чем тут? Зачем все это надо? Кому? Мне это надо, Иван Иванович. Мне. Чтобы ты, классный специалист, эту дуру опустил. Евгений Сергеевич, я прошу тебя, не трогай ты меня, не тереби ты мою душу. Ну ладно, ладно. Я пойду. Надумаешь? Звони. Заходи.
Никита Сергеевич! Я должна с вами серьезно поговорить. Я давно готов. Я не знаю, к какому разговору готовы вы. У вас что, появилось много свободного времени? В то время как внимание всего края приковано к нашей ГЭС. Стройка готовится к ответственному событию. Каждый день журналисты, товарищи из центра. Вас нигде нет. Вас нет на рабочем месте. Выясняется, что вы пьете с рабочими в бараке. Это что, Умар Хаям настучал, да? Вот болтун гомерили, а? С рабочим, Ольга Петровна, с рабочим, с одним. И вы отлично знаете, с кем. Викентий Сергеевич, это ведь воспринимается как не очень умная игра в демократию. А что вы подразумеваете под очень умной игрой в демократию? Викентий Сергеевич, нам сейчас не до шуток. Вы прекрасно понимаете, я здесь работала. Выходит, все мы неправы. Я Абдулаев, Брыкин. А вы не слишком ли красивым хотите выглядеть? А я давно мечтал перед вами выглядеть красивым. Ольга Петровна, вы знаете, что вот если 270 вот так, а миллион вот так. За полчаса можно договориться. А мы с вами ссоримся. Викентий Сергеевич, вы здоровы? Пока что да, здоров. Да не поэтому я ходил к Колупаеву. А почему? Из-за сына, что ли? Ну, тоже нашли с кем конфликтовать из пушек по воробьям. Ну, хорошо, циник, пустозвон. Но вы подойдите объективно, он ведь после армии. Характеристики положительные. Ребенок? Из-за какого-то мусора уволить человека. Вот влепим Иванову выговор. Давайте, давайте, это вы умеете. А вы бы не могли мне в деле помочь? И выговор влепить не Иванову, а товарищам из крайкома. За краснобайство, за безответственные обещания. Динамики на столбах поржавели. А где их обещанные демобилизованные солдаты? С мая месяца ждем 500 человек. Одни обещания. Обещали, что поддержат меня через крайком, чтобы Москва мне разрешила свободнее распоряжаться деньгами. На будущий год получил 90 миллионов. А на черт они мне, если я не могу ни одну копейку расходовать свободно на строительство улиц. Тогда, кстати говоря, и рабочие от нас не разбегались бы. Где их обещанные симфонические концерты, лилипуты? Вы не тоскуете по нормальной культурной жизни? Скажите мне, вы хоть тоскуете по чему-нибудь, а? Ничего. Мы здесь жили без симфонических оркестров, в палатках зимовали, с гитарами как-нибудь проживем. То-то. Запросы на уровне шалашей негритянских племен. Да вы что, Касьянов? А что? Мне не нравится ваш тон. А мне ваш вызывает бешенство. Вроде умная женщина. Простите, Ольга Петровна. Простите. Тихо стало. Под плотиной не бурлит. Умерла. Это я о реке. Камни обнажились. А что, раньше здесь остров был? Да. На нем было очень много шиповника, цвел в июле. Все время думаю, наверное, это я в чем-то виновата. Что вот у Колупаева вот так вот сломалась жизнь. Да не то, что я забыла о нем. Нет, я не забыла. Я не забыла, я помнила.
Но где-то отступила, что ли? Ой, почему я не пошла в школу учительницей? Ольга Петровна, вы отличный партийный работник. И не дурите, слышите меня? Вы серьезно так думаете? Ну, конечно. Я убежден. Ольга Петровна. Ольга Петровна! Очень хорошо, что вы здесь. Здрасте. Слушайте, товарищи, я прошу мне помочь. Я не знаю, как быть с Колупаевым. Я сделал, как вы просили. Райком недоволен. Колупаев вообще грозится в суд на меня подать. Давайте вместе решим, как с ним быть. Как сейчас решим, так я и сделаю. Восстанови парня. То есть как восстанови? Я же приказ подписал, Викентий Сергеевич. И за дело не надо воровать. Мы ошиблись с тобой. И поэтому тебе выговор по партийной линии. Правильно, Ольга Петровна? Погодите, Ольга. Ольга Петровна, ну его же вернули из-за проходной. Он вынес плитки, это же факт, от этого никуда не денешься, Ольга Петровна. Ты что считаешь, вот это воровство, вот за это можно уволить человека? Знаете что, товарищи, давайте мне одному выговор. Я здесь в ответе за все, валите все на меня. Одним выговором больше, меньше. Кому выговор, это будет решать бюро райкома. Ну, вам эту историю пора кончать, товарищ. Правильно, Ольга Петровна, правильно. Пришли ко мне этого парня. Да посылал я его к вам. Куда его только не посылал. Даже намекнул, что обратно приму. А он заладил свое. Извинитесь, да извинитесь. Это чтоб кто извинился-то? Я. Перед кем? Перед ним. Вот нахал, а. И Ленина цитирует. И ты цитируй. Что не можешь, да? Может, хватит шутить, Викентий Сергеевич. Ольга Петровна, может, вы с ним поговорите? Он непростой парень, честное слово, Ольга Петровна. Слушай, поезжай к себе. Я скоро буду вот вместе и поговорим. Хорошо. Что смотрите? Желтая стала. От трудов, Викентий Сергеевич. Вы желтая. У вас еще столько зеленого. Вот я желтая. Курили бы поменьше. Я вам много раз говорила. Викентий Сергеевич, я бы хотела надеяться, что вы правильно воспримете мои замечания и будете более ответственно относиться к своим высоким обязанностям, к авторитету руководителя. На вас люди смотрят. Хорошо, Ольга Петровна. Я даю вам слово, что я более серьезно буду относиться к своим обязанностям. Ольга Петровна, я вот хотел с вами посоветоваться. Я принял решение доверить спуск ротора Колупаеву-старшему. Серьезно? Абсолютно серьезно. Приказ 197 об увольнении машиниста крана Колупаева АИ считать недействительным. Все? Нет.
А что еще? А вы не извинились? Перед кем? Передо мной. Одну секундочку. Я слушаю вас. А вы читали письма Владимира Ильича 22-го года? 45-й том. Читал. Слушай, парень, а ведь ты у меня долго не проработаешь. Да я же мастер своего дела, простой рабочий. А вы кто? Кочующий руководитель, сегодня здесь, а завтра в бане. Я буду план в полтора раза гнать, а ты меня зажимать начнешь, я в райком партии обращусь, вот посмотрим, кто здесь будет работать, а кто нет. Да, работяги пошли. Слушай, я вот только одного понять не могу. У тебя что, кожа слезет, если ты в неправде своей перед рабочим признаешься? Ну, каково было мне ходить с клеймом вора? Слушай, ну ворон-то тебя никто же не называл. А приказ? Ну что приказ? Нет приказа. Отменили. Все. Что еще? Да нет, ничего. Погоди! Извини, старик. Давно знаем друг друга, но ведь это так, ведь правда? Так, а? Так, конечно. Мы отдали стройке с тобой много крови. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Спасибо, дорогой, с праздником, милый. Спасибо, Алеша. Ты слышал, кому он хочет доверить опускание ротора? Да. Ну ты мне скажи, как такое может допустить? Ну как такое может допустить? Это же важное дело. Вот ты накричал на меня тогда, а ведь я тебя выручать хотел. Идет перекрытие, тебя везде ищут. Лес. А ты черти где? Скажи, это правда, что ты хочешь поручить старому Колупаеву эту операцию? Что, все? Да бесполезно. Бесполезно это, Вика. Вспомни, как я обжегся, забыл? Вот и ты побереги свои молодые красивые седины. Все? Да я же вижу. Ты своими вакедонами просто восстанавливаешь против себя всех местных. Все. Завтра, Алешенька, приезжает комиссия. Я встану. Я скажу все, как есть. Ну, не могу допустить. Ну, понимаешь, не могу. Я вложил в это дело столько сил, столько здоровья, понимаешь, как рисковать таким делом. Я считаю, что ты тоже должен встать и выступить. Как я выступил? Да. Ты меня понял, Алеша? Ты понял меня? Жора, мне надоел твой Гомер, Овиди и Хаям тоже. Когда я ехал сюда, я думал, что, по крайней мере, я не буду один. Со мной рядом будет мой грек. А что получилось? У тебя своя компания, я тебя неделями не вижу. Позволь мне иметь свою компанию. С праздником! О, с праздником, дорогой! С праздником! Икенцы! На минуту! Ах, молодой, красивый человек! По вашим грустным глазам, праздником, вижу, вас подбивает на странное дело. Но по вашим глазам, чистым, как хрусталь, вижу, на предательство Касьянова вы не пойдете. Привет! С праздником, товарищ! Вас также.
Алексей, одно дело наши дружеские стычки, недопонимания. Но другое дело, когда на карту поставлена судьба человека. Не твоя, не моя, и не даже не этого старика, хотя он зря его. Ну, ты понимаешь, или тебе по-древнегречески? Я понимаю, я Георгий Константинович. Да какие могут быть «но»? В твоем возрасте могут быть только прелестные. Ну что вы? С праздником, товарищи. Евгений Сергеевич. Евгений Сергеевич, спите. О, Иван Иванович, заходи, заходи. Давно не виделись. Да, давно, давно. Как дела, как жизнь? Да вроде ничего, все нормально, все как положено. Как положено. Правильно. Вот лежит книжка на столе, так и лежит, как положено. Парень девушку любил, но не вентим дело, а? Немножко того. Да нет, если бы. Просто устал чертовски. Ну ладно, тогда отдыхайте. Я зашел, думал, свет горит, и думаю, не спит. Да нет, нет, нет. Ты хорошо сделал, что зашел. А спать смысла нет. В 4 утра в котловане штаб проводить. Я чего зашел-то? Я подумал, может, случайно тогда такое решение приняли. Мне поручить. А что значит случайно? Ну, под настроением, что ли. Потом переспали с этим делом, решили, что ни к чему. Я-то понимаю, дело серьезное, а тут решаете поручить вроде не молодому, может, глазомер. Риск. Иван Иванович, ты что, не уверен в себе? Я уж вторую неделю как кран гоняю. Ну и как? Ничего, ходит. Руки не отвыкли, глаза видят. Ну, отлично. Может, зря. Что значит зря? Может, зря кран гоняю. Иван Иванович, тебе что? Кто что сказал, да? Нет. То, что мне может сказать. Тогда я не понимаю, к чему эти слова. Иван Иванович, я верю тебе. Поверь и ты мне. Тимирчан Абдулаевич! Вы хотели меня видеть? Ай, да-да, Сашенька. Милый, я, дорогой, хотел с тобой посоветоваться, Сашенька. Советуются начальники, а рабочему приказывают. Молодец, Саша. Ай, ты всегда бил самостоятельный парень. Ну, все, что ли? Да какой все, Саша, какой все. Все будет, Саш, когда мы тебе юбилей сыграем, на пенсию тебя отправим, вот тогда будет все. Пока не все, Саша. Ну, Сашенька, ты видишь, к чему привела твоя самостоятельность, а? Слышал, комиссия завтра приезжает. Твой отец ротор-то сажать будет. Слышал? Ну и что? Как что, Саш? Как что, милый? А вдруг запорит? Отец не запорит. Ой, Сашенька.
Всякое может быть, дорогой мой. Всякая случайность. Ты понимаешь, зуб редуктора сломался. Трос лопнул. А потом, Саша, вот если так честно говорить, ведь он же все-таки давно растренированный человек, Саша. Ведь годы есть годы. Что поделаешь, Саша? Я вон какой бил, как струна, а теперь что? Ай, ты понимаешь, как ты бил тогда неправ, когда ты ушел от Касьянова? Ты же ему был нужен, понимаешь, как кадр высокой квалификации. А теперь ты подставил под удар не только себя, но своего отца. Вот ты понял, Сашенька? Что делать, Емельян Абдулаевич? Вот, Саша, что делать? Что делать? Ты понимаешь, Саша, мы с тобой давно знаем друг друга. Ты, конечно, можешь ко мне по-всякому относиться. Но я считаю, ты должен идти к Касьянову и просить у него прощения. И не один на один, Саша. А вот пришел, комиссия сидит, все сидят. Вышел, говорит, товарищи, вот простите меня. Я все понял, понимаешь? Я все понял. Вот дай ты мне эту работу, я ее сделаю. Вот это будет правильно. Вот это будет правильно, Саша. Сашенька, ты... Молодой человек, ты комсомолец, собираешься партию вступать. Ты думай о себе, Саша, думай, ты понимаешь? Я все понимаю. Отец твой, конечно, он живой, он ранимый человек. Но я тебе уверяю, Саша, вот пройдет время, пройдут годы, он скажет тебе, спасибо, сынок, ты правильно сделал. Сашенька, мы не можем рисковать таким делом. Ты пойми нас тоже. Понимаешь, мы вложили в это столько труда, столько сил, жизнь свою, понимаешь, Сашенька. Вот думай, дорогой, думай, думай. Я считаю, Саша, ты любишь отца. Ты его спаси. Спаси его. Жанна Абдулаевич, я не буду его спасать. Мой отец рискует. И я хочу рисковать вместе с ним. Жора! 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 Гамериди! Иди сюда! Иди сюда! Иди, иди! Иди сюда! Ты мне нужен, Жора. Ты что, влюбился, старый кот? Ты все шутишь, Жора, ты все шутишь. Жора, да. Ты Касьянова предупреждал насчет старика, нет? Да. Да, я тебя уважаю. Жора, я тебя уважаю как принципиального человека. Жора, я считаю, мы с тобой срочно должны выяснить наши позиции. Ты понимаешь, нет? Гнется железо, как будто бумага, если вокруг одна бумага, так сказал Гомер. Это почему так говоришь, Жора, я не понимаю. Зачем ты так говоришь? Я Викентия люблю. Зачем ты говоришь так, я не понимаю. Но я Викентия не предам. Кто говорит об этом? Кто говорит об этом? Иди сюда! Причем тут предам? Причем тут предам, не предам? Что ты говоришь, Жора? Ты знаешь, кому он хочет доверить опускание ротора, нет? Ты видел список, нет? Ты видел там этот алкаш? Жора, я понимаю, ты гоняешь этого молодого парня. Ну дай ему, ну доверь ему, ну это будет понятно, это будет логично. Что он делает? Зачем он ходил в барак, ты мне скажи. Я думаю, нам с тобой уже не понять. Ой, Жора, милый, это тебе не понять. Это ты, я все понимаю. Жора, он внутренне, понимаешь, он колебается, он не уверен. Я тебе говорю. А ты думаешь, если он поручит эту операцию молодому Колупаеву, тот согласится? Да думаю, нет. Нет? Ну и не надо. Не надо! Ты газету сегодняшнюю читал?
Нет. Нашу постройкомскую газету не читал? Я тебе сейчас почитаю. Ты посмотри, что он пишет, твой друг. Ты посмотри. Если бы мы меньше шумели о своих успехах, а более внимательно смотрели под ноги, мы бы уже давно были на седьмом небе. Разумеется, это горькая шутка. Я еле могу, у него шутка, это шутка у него. Нельзя каждый обычный день на стройке, если он прошел без щепей, без срывов, рассматривать как праздник, как выдающееся событие. А посмотрите наши краевые газеты. Жора, он замахивается на краевые газеты. Ты слушай дальше. Как они взахлеб описывали именно такие обыкновенные дни. Так мы немногого добьемся. Я не знаю, Жора, он сошел с ума. Я тебе говорю, Жора, мы с тобой срочно должны поговорить. Вот ты меня слушай, Жора, мы с тобой срочно должны поговорить. Здравствуйте. Викентия Сергеевича еще нет. Дорогая Ольга Петровна, примите от чистого сердца. Что это? Осторожно. Друг. Спасибо. Ольга Петровна, миленький, это надо немедленно остановить, я вам говорю. Что, кровь-то? Да она сама остановится. Жора, перестань. Ну, перестань ты свои эти шуточки, понимаешь, кровечки. Серьезное дело. Товарищ, а зря мы волнуемся. Здравствуйте. Ну, подождем еще сутки, и все встанет на свои места, и не даст он опускать этот чертов ротор старому Колупаеву. Кто не даст? Поверьте мудрому греку. Кто не даст? Ну, что ты болтаешь? Ты что, его не знаешь? Он же ему слово дал, он же вывихнутый на этом своем слове, понимаешь? От завтрашнего успеха или неуспеха зависит его судьба. Он что, этого не понимает? Да все он понимает, Ольга Петровна. Если бы он понимал, Жора, он бы никогда не устроил это свистопляска, понимаешь? Главное, за такой короткий срок он ведь смог организовать. Ольга Петровна, миленький, ему орден шел, ему шел орден. И он получит, если он не завалит это. Он идет. Шафран отцвел, и теперь в моду вошли розы. Викентий Сергеевич, общество хочет серьезно поговорить с вами. Я всегда готов. Касьяновна Проволоки. Дудинка? Давайте, я жду. Викентий, ты не передумал насчет Колупаева? А я уже отдал в приказ. Приказ надо немедленно отменить. Ни в коем случае. Но будет поздно, за голову схватитесь. Если она у него останется. Вот именно. Викентий. Подожди, Тимиржан. Неужели ты не понимаешь, что может случиться? Ведь он же старый. А что значит старый? Ты старый? Он старый, я старый. Товарищ, так мы поразбросаемся специалистами. Викентий, дорогой мой, там зазор, мизинец. Это же 900 тонн. Я отлично знаю. Я доверяю своим рабочим, и я доверяю Колупаеву. Ну, хорошо. Ну, доверь молодому. Ну, ты же хотел его раньше. Что случилось? А что, он уже просится обратно, да? Благодетель какой, а ты посмотри. А когда уходил, даже не оглянулся в нашу сторону. Тоже мне... Байрон. Ох, Викентий, ох, Викентий, с этим своим доверием ты погоришь. В общем так, завтра работать будет Колупаев-старший. Все. Ну ты же и так в цейтноте, а рискуешь целым годом. Ой, если б только годом, Жора. Я не понимаю вас, Касьянов. Вы что, сошли с ума? Да, сошел с ума. И вы это отлично знаете. Да что говорит, Викентий, дорогой мой. Судьба Колупаева для всех нас не чужая. Но, дорогой мой, когда стоит огромной важности государственная задача... А вера людей в нас не государственная задача. Что происходит, товарищ? Ведь мы за решениями своих важных дел
разучимся видеть людей. И получится, что они будут жить своей жизнью, а мы будем жить своей жизнью. Нам лишь бы выполнить, отчитаться. А кто выполнил, какой ценой, нас это не интересует. Вам никогда в голову не приходило, какая ответственность лежит на нас с вами? Я не о выполнении плана говорю, это ежу ясно. Ведь сколько вынес наш народ, сколько он всякого видел. А ты приди к нему и скажи, мол, так-то и так, так надо. И он пойдет за тобой, поверит и пойдет за тобой. Ну, случилась беда, нет удачи. Ты снова приди к нему, и он снова пробиваться станет. Так какими же мы с вами должны быть, чтобы такими людьми руководить? Ведь дело не в том, опустим мы этот чертов ротор в статор или не опустим. Но мы не опустим, придут другие, они опустят. Можно построить дом до облаков, забить его телевизорами, зеркалами. Но если в этом доме сидят два человека и не видят друг друга, не слышат друг друга, этот дом пуст. Верить людям надо. Кстати, Ольга Петровна, вчера на собрании вы не об этом ли говорили, или это так просто вообще? Викентий, ты сейчас все так правильно сказал. Но при чем здесь назначение Колупаева? Мне он при чем, Жора, понимаешь? Мне, Касьянову, Колупаев, вот сегодня, вот сейчас, при чем? Я тебя понимаю, Викентий. Я тебя, дорогой, хорошо понимаю. Ты только одного не учел. Этот твой Колупаев, он за эти годы просто дисквалифицировался, понимаешь? Неправда. Его партнер Петров говорит, что... И Петров тебе что угодно скажет. Поймет по твоим глазам, что ты хочешь, и скажет. Мне тут историю любопытную рассказали. Дело было где-то в Бурятии. А не в Греции? Нет, на этот раз в Бурятии. Один председатель колхоза не мог в непогоду из банка деньги получить. Ну, а людям жить надо. И тогда он решил выпустить собственные деньги. Ну, взял бумаги, поставил печать и от руки написал 10 рублей, 15, 20, ну, понятно, да? А один грамотей спрашивает, а золото где? Что в сейфе-то лежит? Чем подкрепишь ты деньги свои? Тогда председатель открыл сейф и положил туда свой партбилет. Ну, грамотей успокоился. И все? Нет, не все. Один колхозник приезжает в Читу с этими бумажками в универмаг. Вот, говорит, деньги бери, гармошку давай. И вернулся домой, сильно исхудавший. Вам хочется быть принципиальным, Касьянов. Вот сказали, дали слово, и все. И теперь хоть что, не отступлюсь. А вы не можете гибче? Вы не можете соотносить ваше данное слово с изменяющимися обстоятельствами? Ведь как руководитель вы просто обязаны их учитывать. Разумнее не давать сейчас работу человеку, который ненадежен на 100%. Как руководитель, отвечающий за успех дела, а ведь в этом успехе тоже ваше данное слово, как коммунист вы просто обязаны их учитывать. А вы знаете, Касьянов, что дороже всего обходится нашему государству? Вот такое вот упрямство.
помноженные на бешеную энергию. Дороже всего государству обходится лень. И лень. Мы то лежим, то сломя голову бежим, не знаю, что хуже. Вот вы уперлись и хотите, чтобы люди вам верили. Вот человек слова. Но, товарищ Касьянов, ведь людям нужно не только ваше слово. Надо, чтобы это слово соответствовало успеху дела. Они верят вам сегодня. Но если завтра дело провалится, они же скажут: слабак, Касьянов, ты должен быть хитрее и выше. Тебе одному видно далеко. И ты больше нас всех отвечаешь за то, что будет завтра. Но если не скажут, то подумают. Будут абсолютно правы. Вот какая вера нужна им. Я думаю, и вам тоже. Вы же не себе принадлежите. И ваши поступки, пристрастия, они ведь не только ваши. Надо уметь в чем-то переступить. Касьянов на проволоке. А, Иван Иванович. Да. Ну, как договорились. В 4 утра на площадке. Все. Ольга Петровна, дороже всего государству обходится потеря веры друг в друга.